Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 81 на странице 34 рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маром. В этом упражнении нужно найти значение данных числовых выражений, данных произведений и вспомнить таблицу умножения 6. 6 на 3 равно 18. 6 умножить на 7 равно 42. 6 умножить на 4 равно 24. 6 умножить на 8 равно 48. 6 на 2 – 12. 6 на 5 равно 30. 6 умножить на 9 равно 54. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.